свежее мясо, ароматный хлеб и вкусное молоко. Это далеко не все продукты, которые можно было приобрести на прошедшей сельскохозяйственной ярмарке. На этот раз фермеры со всего региона приехали на площадь Совета в Димитровград. С 87 машин местные жители могли приобрести овощи, фрукты, мед, крупу, куриные яйца и многое-многое другое. Наряду с димитровградцами на ярмарку прибыл и глава региона Сергей Морозов. Губернатор не оставил без внимания ни одного участника торговли. Особенно его привлекли глиняная продукция мастера из села Сухой Корсун. Некогда поселение в Корсунском районе было известно на все Поволжье своими гончарных дел мастерами. Людей там уже не осталось, которые занимаются этим делом. И, скажем так, ремесло это было утрачено. Ну, глина как бы осталась, самое главное. Сейчас вот пытаюсь как бы восстановить это производство, может поднять, скажем так, гончарное дело в Ульяновской области. Покупателей традиционно развлекали творческие коллективы, а волонтеры помогали жителям в доставке покупок. По итогам губернаторская ярмарка принесла выручки более 5 миллионов рублей. Следующая торговля сельхозпродуктами пройдет уже 17 марта в Ульяновске в Засвежском районе у торгового комплекса «Звезда». Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».